В деревне Раздолье Приозерского района прошло торжественное празднование 400-летия дома Романовых, которое отметили крестным ходом. В храме святых царственных страстотерпцев по благословению епископа Выборгского и Приозерского Игнатия была совершена литургия. Далее прихожан ожидала праздничная программа. Конвой памяти императора Николая II, песни казачьего хора. На празднике работали творческая мастерская священника-поэта Анатолия Першина и конно-трюковая группа «Багмут». Если современные россияне будут опираться на сильные стороны уклада жизни царской России, делать выводы из исторических ошибок, которые были совершены в большей части из отступления нашего народа от высоты духа православия, то мы сможем преодолеть современную смуту духа и укрепить российскую государственность, считают организаторы памятных мероприятий.